К запуску готова. На Зарамакской ГЭС-1 завершились работы. Новая гидроэлектростанция будет работать в пиковом режиме и выдавать электроэнергию в часы ее наибольшего потребления. С вводом в эксплуатацию Зарамакской ГЭС уровень энергообеспеченности республики увеличится с 20 до 70%. У станции ряд особенностей. Она работает на рекордном для России напоре воды. Энергию движущейся воды будут преобразовывать крупнейшие в стране гидротурбины ковшового типа. А в состав сооружений станции входит самый длинный гидротехнический туннель, прорубленный в скале. Его протяженность 14 километров 262 метра. Отметим, строительство Зарамакской ГЭС-1 является крупнейшим инвестпроектом республики. Оно было профинансировано Русгидро. Объем инвестиций компании составил более 30 миллиардов рублей. История строительства Ордонского каскада ГЭС уходит еще в 70-е годы прошлого века. Когда был разработан проект, прошел экспертизу и началась его реализация. Но, как и многие объекты, в конце 80-х, начале 90-х этот проект был остановлен и вернулись к нему уже только в нулевые годы. Необходимость строительства каскада остро назрела, поскольку более 80% электроэнергии, которая снабжается Республика Северная Осетия, Алания, это экспортировано из других регионов Российской Федерации. То есть она производится и в Ставрополе, и в других республиках, и перекачивается по линиям в республику для потребления внутри. И этот дефицит возможно было ликвидировать только строительством станции на реке Ордон. И первая из них была введена в эксплуатацию уже в 2009 году. Это первая головная станция, называется она Зарамакская ГЭС. И следующим стал объект строительства, это Зарамакская ГЭС-1, которую мы завтра вводим в эксплуатацию.